это мы, получается, пересекли Шелестово-Воронежскую в сторону центра города. Маршрут. Это у нас улица большая. Также экзаменационный маршрут многих школ, автошкол города Хабаровска. Давай его опередим. Левый поворот не включи, посмотри в зеркало. Поехали. Вот. Аккуратненько, аккуратненько. Колеса его должны видеть. Задние, как его, колеса стоят на асфальте, мы его должны видеть. Вот. Это нормальная дистанция. Подъезжая к светофору, на остановке справа будет стоять знак. Остановка запрещена, имейте в виду. Остановка степная. Вот он, блин, вот он. Вот он, видно, да? До знака и после знака остановка запрещена. Все, двигаемся, разгоняем машину, но во втором ряду. Сейчас по ушам моим получим. Вот. Останавливаться можно только за ближайшим перекрестком. Я вам сейчас покажу, где этот перекресток находится. Уходи вправо. В зеркало посмотрел. Вот. Многие обращают внимание, что светофор и все, значит, можно останавливаться за ним. Нет, это пешеходный светофор, это не перекресток. Два столбика – это пешеходный светофор, четыре столбика – это перекресток. Перекресток у нас будет вон там. Вы можете сейчас отсюда его не видно, но сейчас мы подъедем, вы все увидите. Камера немножко трясется, уж извините. Вот знак «Главная дорога», движение по полосам сверху. И, соответственно, вот, вот перекресток. За этим перекрестком на улице Большой можно останавливаться в сторону центра города мы едем. Вот все, здесь можно останавливаться уже. Соответственно, вот тут нельзя, да? Можно в конце остановки, не мешая транспортному средству, перевозящие пассажиров, уже заплетаюсь с утра. И поедем мы с тобой, Виталя, сейчас на перекрестке налево. Включаем левый поворотник, перестраиваемся в крайнюю левую полосу, поедем на улицу Демьяна Бедного. Также, где мы сейчас, ребята, едем, это все маршрут многих автошкол.